Привет, это Реборн. У Вантушечек вышел новый видосян, называется «Прятки в большом городе». Давайте его глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Короче говоря, «Прятки в большом городе». Это было обычное жаркое утро обычной субботы. Сегодня мы с друзьями сидели на лавочке и играли в камень-ножницы-бумагу. Просто никто из нас не хотел сгонять в магаз за холодной водой. Поэтому мы решили... Чё здесь такого, блядь, встал-то пошел, наоборот, прогуляться, это полезно. Чтобы в магазин отправится тот, кто раньше всех проиграет 100 раз. И вот уже второй... 100 раз! Блядь, ты уже сдохните от обезвоживания. Сейчас мы ведем подсчет побед и поражений. Наконец, с небольшим отрывом проиграл Рома. А если точнее, 100-0-0-0. Он очень расстроился. Ведь магазин находится аж в 25 метрах от нас. Мы на... А пипец, как далеко. Напомнили ему, что сейчас он должен купить в магазине спички. Затем спички мы перемешаем в шапки, и тот, кто вытянет самую короткую спичку, тот и купит нам пописку. Гей, блядь, гениально. И Рома скрылся в магазине, а мы втроем принялись обсуждать наши планы на сегодня. Вася сказал, что хочет сыграть. Да, по-моему, все уже, все планы просраны, блядь. С нами в подводный гольф. Ваня сообщил, что мечтает полетать на аэрохоккее, а я заявил, что... Что, блядь? Не хочешь был бы сыграть в прятки. Пацаны переглянулись, сказали, что это как-то по-детски. А все остальное вообще невозможно. Последний раз они играли в прятки лет 15 назад. По-детски, значит, да? Тем временем к нам вернулся Рома с 4 бутылочками холодной воды. Хорош. И сказали, что он идиот, ведь нам нужны были спички. Да, иди, давай обратно, он блин. Он осознал свою ошибку и выкинул воду в мусор. Спросил нас, да ты охренел? Чем мы займемся дальше. А прикинь, если бы ты покупал оттуда в ЭКО-фесте, блядь, по 200 рублей. Я сказал, что мы решили сыграть в прятки. Пацаны закатили глаза. Я сказал, что это будут необычные прятки. Это будут прятки в большом городе. Целых 2 часа на то, чтобы спрятаться. У водящего будет 5 часов на поиски, а тот, кого найдут последним, получит 10 тысяч рублей. Пацаны... Неплохо, слушай, это, блядь, мистер Бист. Посмотрели на меня с недоумением. За... А кто деньги-то давать Тем будет? Рома проверил, не укусил ли меня мистер Бист. Говорю же, блядь, мистер Бист. Меня уже было не остановить. Я отправился на стартовую площадку. Пацаны последовали за мной. Я принялся объяснять им правила. Стартовая площадка — это просто типа двор? Прятаться можно где угодно. Хоть на улице, хоть в помещении. Главное, внутри города. Если... Так, а как, блядь, найти-то можно, блин, за 5 часов? Кто-то пожелает, в любой момент можно перепрятаться в другом месте. У водящего... Можно просто гулять и все. Не будет ни единой подсказки о местоположении прячущихся. Пацаны сказали, что ведь это невозможно. И за 5 часов я никого не найду. Конечно, я не найду. Потому что водящим будет Вася. Какого хрена? Удивился. Затем без лишних слов закрыл... Согласился? Зачем? Я бы ни за что. Назад вернулся и стал... За 10 тысяч, да ну его нафиг. Посчитай до 5 тысяч. Я тут же рванул прятаться. А Рома с Ваней еще несколько секунд стояли и смотрели на нас, не понимая, шутка это или нет. Я добежал до ближайшего дерева и спрятался за ним. Гениально, учивая весь город. Прошло 3 минуты. Я услышал, как Вася только что досчитал до 150. Да, пожалуй, здесь он меня найдет слишком быстро. К тому же у меня еще есть время, чтобы спрятаться получше. Вдалеке я увидел, как Рома... Тебя еще 2 часа. Они разбежались в разные стороны. Я решил побежать за Ромой. Кое-как догнал его и спросил, какие планы. Он сказал, что его план — чистая импровизация. После этого мы спустились на парковку и сели в Ромину машину. Да, именно ради этого я и погнался за ним. Чтобы можно на машине было доехать куда угодно, да? Наружу и заехали в какой-то двор. Рома предложил отсидеться до вечера прямо в машине. Я сказал ему, что это очень палевно. Тому... Да это реально палевно. Подальше хотя бы отъедьте хоть немножечко. Вася знает номер машины. И того, в ней не работал вентилятор, и мне сразу стало душно. Потому что Рома тут же сказал, что это не вентилятор, а кондиционер. В эту же минуту к нам в машину подсел. Все спрятаться в одном месте, да? Заявил, что поедет с нами. Всем троим прятаться в одном и том же месте? Да какая нахрен разница, если вы уедете, блядь, за... в конец города, он вас не найдет за 5 часов. Звучит как-то сомнительно. Я сказал, что хочу спрятаться в каком-то необычном месте. Спросил, куда хотели бы отправиться Рома с Ваней. Рома сказал, что у него гудит голова, и он желает спокойно отсидеться где-нибудь в тишине. Ваня добавил, что заодно с прятками хотел бы поработать за ноутбуком. Но не знает, куда лучше отправиться, чтобы его не нашли. Так, все понятно. Подводка к рекламе. Понятно. Я сказал, чтобы мы все открыли Яндекс.Карт. Да я так и думал. Ведь это приложение в котором-нибудь многолюдном парке. Будет легко найти за такую крутую идею. Вскоре мы высадили его возле парка. Я стал искать в Яндекс.Картах местечко для себя. Где Вася даже не подумает меня искать. Листая карты, мой взгляд остановился на цветочном магазине. Что ж, довольно креативно. Ехать всего 3 минуты. Рома отвез меня из... Действительно, блядь, у вас 2 часа было. Ты за 3 минуты. Спросил, куда теперь ехать ему. Мы стали искать. Может, в торговый центр? Рома выбрал один неподалеку и принялся листать фотки. Затем стал читать отзывы. Очень шумное и довольно популярное место. Там... Ну, естественно, блядь, торговый центр же. Точно найду. Тогда я сказал, что он может найти... Как раз таки наоборот, где много людей тебя явно не найдут. Для себя какую-нибудь библиотеку. Как раз тихое и уютное место, в котором его голова перестанет болеть. А спрятаться он сможет где-нибудь за стеллажами с книгами. Вася ни за что не догадается. Рома сказал, что это отличная мысль. Тут же... Гениально, особенно когда он не ходит никогда в библиотеке, да? Нашел библиотеку в приложении. Как раз пишет, что днем в ней мало людей. И по снимкам точно есть где спрятаться. Он поблагодарил меня, высадил возле цветочного магазина, а сам отправился в библиотеку удобно.
Это не цветочный магазин, это просто какая-то подворотня опять. Маршрутом. Как классно, что в Яндекс.Картах мы можем найти подходящее место в городе, что бы мы ни задумали. Я зашел внутрь помещения. Пару минут походил возле прилавка, типа что-то выбираю. Затем решил зайти в холодильник для цветов. Отличное место, чтобы спрятаться. В эту же секунду мне на телефон пришло сообщение. Это был Вася, который написал в общем чате. Это что, 2 часа уже прошло? Я иду искать. И его 5 часов на поиски пошли. Я напрягся. Мне сразу стало казаться, что за мной следят. Блять, 5 часов сидеть в холодильнике, ты охуеешь. Бился в угол. Подумал, что даже если Вася сразу же направится сюда, то он доберется до сюда не раньше, чем минут через 20. Расслабился. В эту же секунду дверь в цветочной открылась, и в него зашел Вася. Какого фига он так переместился? Вот же жесть! Я стал всячески маскироваться. Вася также пару минут походил возле прилавка, типа что-то выбирает. Затем купил 3 синие розы и вышел из магазина. Нафига? И, фух, что это было? Как прошло... Это разве было розы, кстати? Что-то на другое похоже. 10 минут. Мне уже стало прохладно. Еще да мне уже давно бы стало прохладно, я когда захожу в цветочный магазин, я сразу охереваю и выхожу, блин. Заметил, что администратор магазина пялится на меня из-за стеклянной двери. Да, пожалуй, перед выходом надо будет что-нибудь купить. Я решил спросить пацанов, как у них дела. Написал Роме, как его успехи. Через минуту он скинул свою фотку из... Ты серьезно? Я надеюсь, это не общий чат, где еще и водящий сидит, нет, да? Я написал ему, что это палево. Он спросил, почему. Потому что по ошибке он скинул эту фотку в общий чат. Он написал, ой, затем, а как это удалить? И следом прислал их совместную фотку. Что-то как-то быстро его нашли. С Васей подписью меня нашли. Офигеть. А что так быстро-то, блин, камон? Как Вася смог найти его так быстро по фотке из рандомной библиотеки? Охренеть. Я почувствовал, что уже промерз до костей. Вышел из холодильника. На меня строго смотрел администратор. Я попросил у него 3 синие розы и вышел из магазина. Как же тут было классно после этой морозилки. Тут Вася в чат прилетел. Да нет, не роза, по-моему, нифига. Пацаны, Ваня и Серега, я знаю этот город лучше, чем тот, кто его построил. Так что вам нигде не спрятаться. Это звучало внушительно. Это звучало угрожающе. Мы правда спрятались, как детсадовцы. 100%! Говорю, у вас 2 часа было! Переходить к радикальным мерам. Мы созвонили... Только почему вы сначала сказали 2 часа, а потом до 5000 всего считал? С Ваней. Затем встретились возле какой-то кофейни и присели на летней веранде. Постоянно озираясь по сторонам, мы принялись обсуждать... А куда цветы дел? Вышел, что ли? Я сказал, что самое оптимальное будет разъехаться по разным сторонам города. Это увеличит время поиска. Ваня, наоборот, хотел, чтобы мы спрятались неподалеку друг от друга. Например, прямо сейчас мы отправимся на другой конец города, и там как следует замаскируемся под разнорабочих. И тут же достал костюмы работников. Нихрена себе, где ты их взял. На его план тоже неплох. В этот момент Вася написал в чат, чую запах кофейных зерен. Что? Проводите, спустились в метро. Поехали на другой конец города. Спустя 3 станции Вася написал, чую запах подземелья. Какого фига он, блядь? У него геолокация включена, да? Я уже понял свою ошибку, когда сказал, что водящим должен быть Вася. Вскоре мы добрались до другого конца города. Зашли в какой-то двор. Переоделись в работников, нашли у мусорок метелки и принялись мести. Глядя на Ваню, лица-то, блядь, не спрятали. Я понимал, что Вася по-любому его узнает. Сказал, чтобы он наклонил голову. И сам тоже максимально скрючился. Так прошло 30 минут. До конца поисков у Васи оставалось еще чуть больше 2 часов. Дофига, еще все равно времени. Стало жарко. Но, по крайней мере, это стабильное место, которое Вася вряд ли найдет. Об этом он как раз и написал в чате. Чую запах тяжкого труда. А я думал, запах стабильного места. По нашему мнению, означало, что для него теперь наши поиски — это тяжкий труд. Я сказал, что дойду до магазина и куплю нам мороженого. Ваня обрадовал. А он там будет сейчас стоять, да? Я ушел, аккуратно озираясь по сторонам. Если серьезно, найти нас здесь просто нереально. Да, блять, реально везде! Вы что, вы хреново как-то спрятались? Попались под рабочих на другом конце. Я думал, то он выходит из кустов. Это города в каком-то рандомном дворе. Мне бы и целого месяца не хватило, чтобы нас найти. Ну, вообще, на самом деле, я да. Я купил мороженое и стал возвращаться. Как вдруг вдалеке увидел, что Ваню нашли. Вон рядом с ним стоит Вася. Охренеть, как тебе повезло! Я рядом с Васей и Рома. А рядом с Ромой его машина. Теперь я все... А теперь они будут разъезжать на тачке, так быстрее будет искать, он да? Он резко развернулся и пошел в другом направлении. Ты избавился от мороженого и от этого маскарада. Что ж, теперь я сам за себя. Снова метро. Снова другой конец города. Просто это пересаживайся с ветку на ветку, и так тебя никто точно не найдет, блядь. Движение — это жизнь. Вася остается 1 час на поиске. Где же мне спрятаться? Может забиться вглубь леса, а Вася скинуть фальшивую зацепку? Так и сделаю. Нашел свою старую фотку из зоопарка, где я был в этой же футболке, отправил в общий чат. А сам скорее устремился в лес. Все честно, ведь лес на территории города. Вася написал, что с фальшивой фоткой я плохо постарался. А что с ней не так? А, ну да, я же был на ней лысый 4 года назад. А что за 4 года ты слишком сильно изменился? Нет, ну то, что лысый, да, конечно. Не было сдаваться, я не собираюсь. Прошло 30 минут. Я сидел под деревом и ел какие-то грибы. Фу. Когда Вася записал... А, это эти, которые продаются. Сел мне очередной кружок в телегу. Я нашел по какому-то лесу. Мне нужно срочно отсюда валить. Зная Вася, он наверняка найдет меня. Я побежал по улице. Пробежал мимо магазина, мимо ресторана, мимо парковки. Вскоре остановился, чтобы немного отдышаться. Заметил какую-то непримечательную дверь. Зашел внутрь и оказался в приятной кафе. Big Geek Burger. Здесь тогда я остановлюсь. Заказал себе кофеек с сырниками и сел за столик. Блять, там бургеры были, а он сырники взял. Ушел, глядя на таймер. Оставалось 17 минут. Я постоянно выглядывал в окно, но не видел никаких признаков Васиного присутствия. Общий с ним чат был открыт в моем телефоне на постоянной основе. 10 минут. Я доел сырники и допил кофе.
Долго ты сырники ел, там их две штуки, их съесть можно за секунду. Жалуй, досижу здесь оставшееся время и напишу ему, что он проиграл. С каждой минутой вместо... А он уже под столом, я ему сидит, ждет тебя, да? Голос все труднее дышать, я нервничал, легонько дергал ногой. Нифига себе, легонько. В чате тишина. Как вдруг дверь в кафе открылась, и в него зашел Вася. Да как так-то? А следом за ним Рома и Ваня. Зашибись. Вася подсел ко мне за столик и улыбнулся. Я не понимаю, как он весь день умудрялся находить нас, не имея почти... Не, ну первую-то понятно как, блин, тут подсказку дал. И никаких зацепок. Он сказал, что, по правде говоря, это было чистое везение. Вася досчитал до 4000, ему стало жарко. Тогда он решил сходить куда-нибудь, где можно будет хоть немного охладиться. Так он написал в чат, что идет нас искать, а сам на минутку зашел в цветочный магазин. Сразу же заметил там меня, но решил не подавать виду. Почему? Я просто подкупил администратора этого магазина, чтобы тот следил за мной в течение дня. Ведь тогда Вася наверняка напал бы не только на мой след. Далее он купил розы и отправился на дальнейшие поиски. Неплохо так. Рома спалил себя, сам скинув в общий чат фотку из библиотеки, в которой Вася бывает регулярно. А администратор цветочного магазина все это время следил за нами. А кто, блядь, магазин-то оставил-то, я не понял. С Ваней докладывал обстановку Васе. Как только я отошел за мороженым, они поймали Ваню. А дальше администратор следил только за мной, что и привело его к конечной цели. Пиздец, интересно, сколько он заплатил за это. Вася закончил свой рассказ и указал на стойку, где стоял бариста. Это и был тот самый... У него что, блядь, несколько бизнесов? Администратор цветочного... Почему ты его не заметил? Ты же покупал еду у него. Магазина, как только я его не узнал, я был полностью подавлен. Вася спросил, где его обещанные 10 тысяч. А я в ответ спросил, где мои 10 тысяч. Он вопросительно посмотрел на меня. Я напомнил ему условия игры. Так. Тот, кого найдут последним, получит 10 тысяч рублей. Про деньги, которые может получить водящий, в условиях ничего не было. Неплохо. Но все равно бред какой-то, по мне кажется. Типа, ну, он нашел же всех. Вася раскрыл рот. Рома с Ваней тут... Бля, вот этот ворот. Уже рассмеялись. Все-таки неплохой денек у нас выдался. Короче говоря... Блядь, а он деньги потратил на этого, чтобы подкупить что-нибудь продавца. Прятки в большом городе. Друзья, вы очень поможете нам, если... Вот это шикарный просто ролик получился. Давно я так не ржал с роликом Вантушек. Спасибо им большое, это было очень круто. Надеюсь, вам понравилась реакция. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.